Старик выжил все соки. Высоцкая постарела и стала клоном 82-летнего Кончаловского. Об этом не смогли промолчать поклонники Юлии. В сети ходят слухи о том, что Юлия Высоцкая изменяет мужу с более молодым любовником. Неужели Кончаловский узнал о неверности жены, а потому знаменитая женщина так резко постарела? 46-летняя Юлия Высоцкая, помимо кулинарного шоу «Едим дома» на телевидении, также ведет свой персональный блог на видеохостинге YouTube, где рассказывает не только об изысканных блюдах, голодании и продуктах питания, но также приоткрывает занавес своей личной жизни. В недавнем выпуске о фастфуде Высоцкая засветила своего супруга, 82-летнего Андрея Кончаловского. Поклонники были поражены тем, как резко постарела Юлия, хотя знаменитость активно занимается спортом и ведет правильный образ жизни. Более того, интернет-пользователи стали массово писать, что Высоцкая стала клоном своего мужа, который старше женщины ровно на 36 лет. Как же такое могло произойти? Неужели старик выжил все соки? Не исключено, что именно нервы и стресс могли негативно отразиться на внешности звезды кулинарии. Ведь дочь Высоцкой и Кончаловского Мария после страшной автомобильной аварии попала в больницу с тяжелыми травмами и много лет находилась в коме. По слухам, 20-летняя Мария вышла из комы и передвигается на инвалидной коляске, а также проходит интенсивную реабилитацию. Такая тяжелая ситуация с дочерью, видимо, очень сильно подкосила Юлию, потому звезда теперь выглядит значительно старше своего паспортного возраста, как утверждают пользователи сети.